Ребята, всем привет! Сегодня как раз среда, 10 месяца, 20 числа. Да, в Америке наоборот, число с месяцем идет, 2021 года. Сейчас время 9 утра, то есть между 6 и 11. И это значит, что здесь нельзя парковаться, и сейчас будут проходить съемки фильма. Уже привезли аппаратуру, стоят два крана и световые приборы. Здесь вот один, там дальше второй. И вдалеке вот там как раз находится место, где будут проходить съемки для следующей части «Секса в большом городе». Это подъезд Кэрри Брэдшоу. Сейчас подошел какой-то парень, наклеил новую вот наклейку. Здоровье и безопасность. Там. Чем интересно, что они читают сюда и так. И так. Вот даже полиция приехала, смотрите. Наконец-то нашел кинематографические вагончики. Вот видите, какая-то девушка из персонала оттуда вышла. Ну, далековато они стоят, получается, через три улицы. Видимо, там парковки нет, и они будут мешать, и вот они поодаль встали. А вот там вдалеке небоскреб Мирного торгового центра. Какая-то движуха начинается, прям что-то. Все сборятся, суетятся, что-то торопятся, короче, такая интересная тема. Сейчас репетировала главная героиня, проходила прямо вот на этом месте, вы видели. Все, репетиция закончилась, сейчас выставляют свет. Такие вот огромные прожекторы, вообще никогда такие не видели, настолько яркие и такой естественный классный свет дают. Не знаю, насколько видно в камере, но это прям очень круто. Тут такой закуток световой, плюс сейчас осень, солнце особо не поднимается вверх. Но вот с этими прожекторами прям можно делать любое время суток. Смотрите, вот еще несут. Офигеть, отражатели, да? Ну, правильно, отражатели, наверное. А еще у меня есть рядышком клевые собачки. Ну, вот посмотрите, какие. Большая и маленькая. Принесли уже все киношное оборудование, настраивают. Так круто. Не, я, конечно, снимался в фильме «Дальневосточная Голгофа». Он сейчас путешествует по Европе, занимает там первые места. Вот, но камеры, конечно, у нас были там попроще. Вот вы прямо сейчас можете посмотреть, как снимают кино. Представляете? И не просто какой-то там фильм. Легендарный секс в большом городе. Ё-моё, сколько там людей, посмотрите, крутится. Вот видите, всех оправдывают на другую сторону. Конечно, бы если я не палился здесь в течение двух часов, то я думаю, вы тоже сумел пройти насквозь. Ну, посмотрите, доставщик пиццы снова стоит на своем старте. Сейчас ему будет объявлено, и он опять поедет. Потом посмотрим это в кино. Кстати, вначале его не пускали, эти охранники на входе.
Он сказал, что он типа актер. И проехал. Эти сколько человек задействованы, казалось бы, в таком обычном действии, как пройти около подъезда. Вообще там человек 100, отсюда вот только половину видно. Вот кто вот эта вот девушка, вот видите, она крутится? Это Сара? Да, это Сара, ёк-макарёк. Она просто переоделась, она сейчас приходила, видели до этого, какая у нее была одежда, да, белые такие штаны. Да, это она, блин, так классно. Здорово, мужик, здорово. Вот ты прямо, да, вот. Короче, люди постоянно лезут. Я уже тут кое-как себе нашел нычку, но и ее начинают занимать. Блин, это Сара, классно. Я бы очень хотел посмотреть еще остальных. Трындит, стоит. Ну, сейчас камера будет трястись, потому что я на руках почти держу. Все. Это, кстати, тоже один из, у него где-то бейджик, вот, видите, один из работников. Все, уже даже не пускают. Все, прям полностью с улицы нужно уходить, представляете? В общем, что успели, то успели, все. Пойдем домой. Ну, собственно говоря, и время уже идти домой. Ну и последний кадрик. Все, не могу уйти, все, говорю, сейчас пойду. Но там же Сара, как я могу просто так уйти? В общем, прикольно все получилось. Все удалось, все посмотрели. Офигенно, мне прям очень понравилось. Идем счастливые домой. Даже фоточка есть у меня теперь с Сарой, Джессика Парк. Правда, она там немножечко не смотрит в камеру мою. Ну да ладно, но это же мелочи. Главное, что мы вместе. Я прям очень доволен. Вообще, капец, прям. Ой, слов даже нет передать это все. Расплываюсь в улыбке. Поэтому всем фанатам и просто всем, кто интересуется этим прекрасным сериалом, всем передаю огромный пламенный привет из Нью-Йорка. Всех любим, ждем. Приезжайте.